Да, сейчас мы хотим сделать как-то ограничить на количество посещений. Как это можно сделать? Все же, давайте начнем с джин-сервера. Надо же когда-то начинать с него. Джин-сервер — это... Вообще, когда я первый раз читал, я был, скажем так, a little confused, когда первый раз с ним столкнулся. Мягко говоря, было недопонимание, что это вообще, зачем, как это работает. Вот если вы работали с АККО, например, в скале АККО, да, библиотека АККО, там акторы, ну, очень понятны. То есть, есть у вас класс, там пишите сам актор, extends, наследуетесь от актора, и вам тут нужно реализовать функцию receive, ну и рассмотреть ее варианты с помощью паттерн матчинга, допустим. Если там сообщение такое, то выдаем вот это. И поскольку это у вас объект, вы могли здесь записать какое-нибудь внутреннее состояние. То есть у вас тут могли поля, допустим, inner field. И тут какой-нибудь список. И потом вы его могли использовать. Вот в АККО все интуитивно, сразу понятно. Когда открываешь библиотеку джин-сервера, вообще ничего не понятно. Что да как. А потому что у нас другие механизмы. У нас, чтобы построить вот нечто похожее, нам нужно будет использовать лишь функции и примитив. И примитив в виде создания процессов. Ну и также функции receive. Помните, есть специальная функция receive в Erlang. И вот нужно нам организовать с помощью всего этого. Вот примерно вот то же самое. Естественно, у актора в АККО там можно писать какое-нибудь начальное состояние, передавать параметры. Потом мы можем их активировать вот здесь вот. А, мы там тип писали. Допустим, лист типа integer. Ладно, хватит скалы с АККО и перейдем к нашему эликсиру. Так вот, в эликсире вот этот механизм, он, как я уже сказал, чтобы построить такой актор, нужно использовать чистые функции. То есть мы взаимодействуем функциями и процессы. Процессы мы используем. И тут сделали следующим образом. Стандартные функции, которые отвечают за порождение, за передачу состояния, описали в специальном модуле джин-сервер. А нам нужно будет реализовать наше конкретное поведение с помощью функций.
Так что идем и создаем. Идем и создаем, значит, какой-нибудь сервер. Ой, не сервер, а... Да, джин-сервер мы будем создавать. Джин-сервер — это, по сути дела, актор. Вот в Scala. Еще и назвали его так. Сервер. Столько путаницы. По мне, так лучше бы назвали бы джин-актор. Джин-актор. Было бы гораздо понятнее. Ладно, поехали. Так. Как мы его назовем? Он на что делает? Он у нас будет проверять ограничения. Назовем его Guard. Guard. Назовем его Guard. Гвард. Назовем его Гвард. Некий охранник, типа. Dev модули пишем. Так, снова Кайка. Гвард. И поехали. Используем метод macros use, который поставит нам базовую функциональность. Джин-сервер. И сейчас нам нужно реализовать базовые функции. Базовые функции — это то, как мы стартуем сервер. Как мы производим его инициализацию. То есть эта функция используется один раз. Здесь мы передаем какие-то стартовые данные. Здесь мы, например, могли бы подключаться к базе данных и выкачивать и наши ключи. И поскольку наш джин-сервер, наш актор, мы будем постоянно опрашивать на наличие ключа, и также мы будем изменять значение счетчика, нам нужны будут вспомогательные функции. И в джин-сервере их называют handle call, основные. Handle call — это означает, что мы ждем ответ, то есть мы ее используем, чтобы ответ получить. А handlecast мы отправляем сообщение джин-серверу, но ответ нам не нужен. И также есть еще функция, где там handle info это на случай любых других сообщений. То есть нам нужно будет реализовать handle call и handle info. С handle info мы поступим вообще очень просто. Допустим, handle info. Здесь приходит любое сообщение. И мы будем мы не будем отвечать. И просто будем передавать состояние наше снова. Так, подождите, сейчас объясню. Каждый раз, когда джин-сервер получает сообщение, ему нужно сделать что-то со своим состоянием.
То есть состояние может либо измениться, либо нет. То есть мы как бы рекурсивно все время state пускаем. Ну, не как бы на самом деле так и есть. Поскольку мы со state ничего делать не будем, мы здесь передадим его же. А вот каким образом процесс пойдет дальше, об этом позаботится наш стандартный модуль GenServer. Там реализованы уже какие-то функции, которые стандартные, они будут везде одни и те же, которые будут использовать вот эти данные, чтобы корректно работать. В данном случае нам не нужен отправлять никакой ответ, и нам нужно, чтобы state у нас передался без изменений. Теперь нам нужно реализовать init. Давайте реализуем init. Init у нас принимать ничего не будет. И какие здесь варианты у нас ответа? Окей, state. Окей, state. Но мы здесь передадим не просто окей, state, а мы передадим мапу, которая будет следующая. Ключ и количество попыток текущее. Здесь. Да, мы здесь захардкодили, но в принципе мы во время инициализации, как я уже говорил, мы можем в похожие данные вытянуть вот эти вот ключи из базы данных, а потом всем им присвоить стартовое значение 50. Теперь как мы стартуем? Стартуем. Чтобы стартовать. Давайте пример лучше посмотрим. Так. StartLink это у нас связывается. Я не хочу, чтобы он связывался, поэтому я просто сделаю через start. GenServer start. GenServer start. GenServer start. Без связи. Давайте просто без связи сделаем. Самый простой, чтобы не запариваться там со всякими супервиженами. То есть модуль, аргументы, опции. Модуль, аргументы, модули. Модуль. Здесь используется вот такая вот конструкция модуля. Это значит вот текущий модуль. Аргументы. И опции. В опциях мы зададим имя, name, с помощью которого мы можем к нему обращаться. Значит, так.
name guard. Окей. Name guard. Тут аргументы, которые могут использоваться, функции init. То есть, когда мы стартуем сервер, вот эти аргументы, которые мы передали, они будут использоваться для инициализации, то есть для формирования некоторого начального состояния. Вот is called with args as its argument to initialize the server. Но так как мы здесь никаких передавать не будем, давайте явно укажем, чтобы было понятнее, то мы используем нижнее подчеркивание. Так, теперь что дальше нам нужно сделать? Дальше нам нужно, то есть мы сервер запустили, начальные условия поставили. Теперь что нам нужно сделать? Здесь, по идее, теперь нам нужно две опрашивающие функции реализовать. Хотя, да, не одну. Одну функцию нам нужно реализовать, которая принимает сообщение в виде атома. Назовем его check. Check and decrement. Check and decrement. То есть проверь и уменьши счетчик, если необходимо. Так, идем и смотрим нашу функцию, как она может выглядеть. И вот, видите, здесь очень большой список возможных ответов. Мы будем использовать как вот этот тип. То есть reply используется внутренними функциями. Стандартными функциями, которые составляют основу джин-сервера, чтобы организовать ответ, чтобы организовать нам нужное состояние. То есть он там рекурсивно поставит нам новое состояние и отправит ответ тому, кто попросил. Так что идем. Здесь сразу напишем себе памятку reply и смотрим, что он принимает. Request, в данном случае у нас это check and, то есть это какое сообщение мы отправляем, собственно, будем отправлять нашему серверу. From, это откуда оно пришло. From используется более в сложных паттернах. Здесь он нам не нужен. Потом, может, как-нибудь поговорим. From это тот, здесь содержится пит, откуда пришел запрос. Напрямую нам его использовать здесь нет нужны.
Еще раз повторю, что он используется в более сложных паттернах обычно. И состояние. И так и пишем. State. State в нашем случае это вот эта вот штука. Вот эта мапа. Теперь что мы должны сделать? Мы должны проверить мапу на ключ. Мы должны проверить. Здесь у нас будет не простое сообщение, а еще key. Key, который нам нужно проверить. То есть нам нужно. Вот наша мапа, функции и функция есть ли key, и тут boolean. Так что давайте ей пользоваться. Если key, здесь наша state. State, и мы проверяем key. Сразу пропускаем через case. Так. Тут у нас два варианта. True и false. True и false. Если ключа нет, то мы вернем следующий ответ, если ключа нет. Если ключа вдруг нет, да, соответственно, ну, это какой-то непонятный для нас юзер. И мы будем здесь отправлять сообщение error. А наше состояние мы изменять никак не будем, поэтому просто передаем state. Дальше, поехали. Дальше нам нужно, допустим, state произошел. Ой. Допустим, ключ подходит. Тогда что нам нужно? Нам нужно уменьшить счетчик. Хотя нет. Нет. Здесь мы делаем следующее. Мы. Get. Мы вынем сперва. Так, мы вынем значение счетчика каунта. То есть вот это число мы вынем и сделаем следующую проверку. Здесь по-простому сделаем if do else. Здесь мы сделаем по-простому. Если counter меньше нуля, меньше единицы, то мы вернем аналогичное сообщение. Иначе. Нам нужно уменьшить счетчик и вернуть новое состояние. То есть мы снова используем reply. Сообщение будет OK.
и state. Нам нужно изменить state. Для этого воспользуемся соответствующей функцией. Вот, put new. Так, непонятный пример здесь. Mat put new, положил новый. Вот, используем функцию mapUpdate. mapUpdate. И здесь мы берем mapUpdate, берем наше состояние, наш ключ, counter, -1. Что-то они меня вообще запутали здесь. Вот. Вот, нашел, значит. Окей, map update, берем текущую вот эту мапу, апдейтим ключ. И здесь нам нужно вычесть один. Все. Можно, конечно, еще добавить функции по корректной установке и так далее, но нам они не нужны будут. Так. Сейчас я сделаю небольшой перерыв. И закончим эту.